Правостороннее движение у нас не особо располагает к выбору праворульной машины. Вся российская практика и столетняя традиция управления дорожной обстановкой исходит из предположения, что в автомобиле водитель сидит с левой стороны, со стороны встречного потока. И считается, что люди приобретают машины с правым рулем исключительно в силу финансовых обстоятельств, поскольку общеизвестно, что они дешевле, особенно поддержанные и на Дальнем Востоке, куда их массово привозят из Японии. Отчасти это правда. Сотни тысяч водителей выбирают у нас праворульную машину, и действительно, в 9 из 10 случаев японскую, потому что она, факт, будет всегда достаточно недорогой. Хотя в Англии и в той же Австралии движение тоже правостороннее, но пригнать из них иномарку с пробегом встанет в приличные деньги. А Япония рядом, логистика отлажена, на паромы машины грузят в Россию массово, дорога сильно в цене не добавляет. И в конечном счете получается на выходе отличная машина с крайне привлекательным ценником. Ну и не только в цене дело, а вторая причина, почему покупают японку, это нешуточный ресурс ее прочности и двигателей, коробка передач, и электрика, кузов и рулевое, и шасси, не говоря уж о подвеске. Все сделано добротно и с надежным запасом. А если еще учитывать, что любая японская иномарка накручивала свой пробег по идеально ровным японским дорогам, то легко можно считать, что она не поддержанная, а почти новая, какого бы года выпуска ни была. Третья причина – огромный выбор запчастей на любые японские модели, любых годов производства, причем как новых деталей, так и бывших в употреблении. По деньгам эти запчасти тоже оказываются вне конкуренции. Нигде, никогда и ни для какой леворульной машины не найти родную комплектацию аналогичного качества по столь низким ценам. Есть и четвертая причина – простор для творчества, для тюнинга. Ресурс, заложенный в японской технике, позволяет реализовывать самые фантастические идеи, не опасаясь, что что-то отвалится или рассыплется, или не выдержит. А как вы относитесь к праворульным автомобилям?